Боюсь, не скоро она снова представится. Ислар, береги себя. А он тогда что? Он говорит, мы ваше положение понимаем, сотрудничество ваше высоко ценим. Товарищ полковник. Товарищ полковник, разрешите. Обращайтесь. Поступил сигнал об излишках. Обязан реагировать. А он не открывает. Ясно. Да куда ты лезешь? Идем. Вспомнился. Пили тогда, товарищ полковник, рядышком. Сюда! Помнишь? Конечно! О, Гриша молодой тогда с нами укушался. Домой несли. Помнишь? Петрович, открой! Слава! Заходи. Спасибо. За мной. Михаил Петрович, вы знаете, зачем мы здесь. Предлагаю сдать излишки добровольно, иначе будут неприятности. Не могу. Ну не могу я, ты же знаешь, это для внучки. От себя ведь отрывал, по капельке копил. Ничего не могу сделать. Был сигнал об излишках, мы обязаны реагировать. Начинаем обыск. Проверьте там. Ну как же так можно? Я ведь с зарплаты откладывал. Все, честно. Знаю, но порядок есть порядок. Есть, товарищ полковник, нашел. Только это немного разве излишки? Это для внучки, понимаете? Ага, для внучки. На рынке, небось, спекулируешь. Да, товарищ полковник, вы же знаете. Товарищ полковник... Хватит. Мы излишки изымаем, а не последние. Товарищ полковник, мне же рапорт писать. Под мою ответственность. Отнесите в штаб и оформите как положено. Так точно. Прости. Я понимаю, выбора у тебя не было. Спасибо, что оставил немного. Это ты прости. Но насчет выбора все верно. Нет его ни у кого. Ну, пойду я. Спасибо. Не за что. Спасибо, Слава. Хватит мне голову морочить. Норма сдачи ваша точно посчитана, не с потолка взята. Тут не хватает. Доплачивайте. Вот ты вечно говоришь, что я зря ною, что все наладится. Что и сейчас наладится. И будут честно делить. А как же? Это они-то честно делить будут. Вы видите светлые стороны. А где? Где? Где ты тут видишь светлые стороны? Говорил я, что в один настанет. Что зеленка кончится? Здравия желаю, товарищ полковник. Извините за беспорядок. Беженцы все время прибывают. На грязных станциях совсем плохо. Откройте! Оском! Ну, здравствуйте, рядовой. Ух, и устал я сегодня. Кирилл? Ха. Ну-ка, рядовой, рассказывай, что случилось. Ничего, не хочу я больше. Чего не хочешь? Быть рядовым. И воском я больше быть не хочу. Так, с этого места подробнее. Я на Сибирской был. Видел, как солдаты зеленку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили, зеленку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал, и разберусь. Ты говорил, что оском защищает людей, а вы у них зеленку забираете. Почему? Это сложно. С зеленкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зеленки много,
и раздавать тем, кому не хватает. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Нет, конечно нет. Несправедливо будет. Вот видишь, понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Ну, если бы у меня зеленку забирали, я бы тоже не радовался. Но теперь понимаю. Вот и хорошо. А эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно! Пусть извиняются! Вот и отлично. Кстати, о зеленке. Давай-ка, брат-храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Готово. Это Мельник. Как связь? Прием. Слышу вас, товарищ полковник. Небольшие помехи. Прием. У меня...